Всем привет, ребят. Ну что, будем пробовать сегодня искать новые талантики. Уже путаю их названия, честно говоря, потому что говорили все одно, потом их все-таки назвали по-другому. Но как у нас бывает все в битве замков, это, в принципе, вполне нормально. Так, я уже привык к контракту с дьяволом, а там совсем по-другому они называются. Так, 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 где там они? Священный огонь и порочный пакт. Вот так вот. То есть у нас сегодня цель найти, конечно, порочный пакт, но священный огонь тоже, в принципе, неплохой талантик. Давайте, у нас есть карточки. Ну, как обычно, я знаю, что эти таланты будут скоро продавать, но все-таки хочется трешануть. Есть 22 коробки и 521 смена. Самики мы пока трогать не будем. Будем ролить, как обычно, на стрелке. Также, опять же, нужно будет некоторым героям разбросы, если будут. Так. Бог войны, четверка. Сразу же единичка дала. Как видите, что-то не особо... Не особо они хотят. Также у нас там идет акция на смену. Может, еще под нее потратимся. Посмотрим. Так. Не идет, не идет. Что-то даже пятерки не идут. Ярость небес. Обычно, когда акция, ни хрена не падает. А в принципе, новые таланты очень сложно получить. Вот первый талантик, пятерка ослабления. Поехали дальше. Каменка. Ракушка. Так, замедление. Ну, замедление мне тоже никому не надо. Хотя можно было на Афинку поставить. На ней потестировать. Ей нужен еще один талантик. Так. Ну давай, что-то уже 120 с лишним карт, ребят, мы с вами уже переролили и ничего толкового пока, к сожалению, не выбили. Вот был. Вот еще один талант. Ну все, единички, хочется пятерку. Не хочется, а нужно только пятерка. И сразу влепить ее Фрея. Так, бог войны. Пятерка, но бог войны уже, к сожалению, на сегодня не актуальный. Почему? А, четверка, порочный пакт. Эх, обидно. Так, тяжелый удар. Так, разбросик. Вот сейчас разбросик надо будет ставить героям, потому что там архидемоны будут. Опять же, будут восприимчивы к снижению энергии. Поэтому... Сейчас мы где-то у меня ремка, поставим Купидону на всякий случай, пусть пока будет ремка, на нем особо не нужна. Поехали дальше. Будут уже демоны, потому что у меня самими талантами разброса немного. Руны, конечно, есть, но так, чтобы мало ли, пусть себе будет валяется там. Особо роли-то ремка не играет, я ремки давно посливал все. У меня уже больше ремок рунами, чем талантами стояла. Так, опять единичка. Ну, проскакивают. Я надеюсь, что хотя бы с коробки будет. Так, утекание жизни не надо. Сейчас, по сути, утекание на героях тоже не особо нужно будет. Если будет забор энергии, то лучше будет. Ну, как видите, у нас обычно разработчики подъебывают. Так, еще с этими талантами только прокачали одно, сразу же выходит что-то другое, еще покруче. По сути, грубая сила, вот тяжелый удар у нас есть. Грубая сила даже уже не настолько имбовая, как этот новый талантик. Так, сейчас, секунду, ребят. У меня тут процессы кипят над обновой. Так, ракушка не то. Так,
Так, просвещение. У нас просвещение пятерки есть с рынка сегодня. Топовый рынок. Вообще просто офигенный. Я бы так сказал. Стойкость нафиг не нужна. Ну, максимум пока что мы видели, это четверка, вот тройка свет был, проскочил. Многие, кто первый раз смотрит, думают, бля, пиздец, сколько он талантов сливает. Это нормально, было и похлеще. Так. Ну, как видите, что-то вообще печально. Бастион. Для нового героя, в принципе, неплохой талантик. Кстати, давайте поставим бастиона Фини. Вот сюда. Стоит пока на ней. Так. Поехали дальше. Хоть есть куда карточки сменить. Но, как видите, пока... Пока с новыми талантами пятерок у нас нету. Да, и такие топовые таланты тоже не особо хотят падать. Надеюсь, коробок будет поинтересней. Опять четверка, да? Что такое, ну? Так, ожог. Ожог. Ожог тоже интересная тема. Для Афины думал поставить. Кто там у меня еще просился на ожог? Ну, сейчас гляну, если талантиком есть, то не будем заморачиваться даже. А, есть две штучки. Пофиг. Поехали дальше. Так. Ну, неплохо. Интересные талантики, конечно, выбиваем, но хочется новый талант на основе. На фрейку поставить. Так, корочка. Орка есть с рунами уже давно, тоже не актуально таланта. Разбросик еще один. Так, что у меня тут по героям есть? Тут замедление стоит. Кого мы еще используем? Фрейку тоже используем. Но у меня тут такие сборки, в принципе, можно с ожогом убрать, попробовать. Интересно, с разбросом будет. Так, у нас вариант Фрея. Также друид у нас один остался. Кого мы там еще? Череп есть с разбросом. Попробовать еще Тессу сделать с разбросом. Так, ожог, бог войны, бастион. Бог войны не актуален, ставим сюда, пробуем. Будут архидемоны, будем уже тогда тестировать. Так, поехали дальше. Дальше. В принципе, рад, что разбросы падают. Вот, ребята, так сливаются карты. Там спустя сколько мы их накопили. Недельки, наверное, две. Так. Самоуничтожение. Понятно, никому не надо. Блин, не хотят эти новые таланты падать. Я больше чем уверен, что из коробок нам такой шлак насыпят. Ну, было бы неплохо, чтобы повезло. Вот фартило, как на китайке. Рано или поздно все равно их будут либо продавать, либо это. Но то, что на них шанс сейчас заниженный, это факт. Так, вот огненная защита никому не нужна. Начали пятерки падать. Самоуничтожение. Так, вытекание тоже не нужно. Исцеление, топовый талант для тыкви особенно. Тыковка, шапка. Герой без кулдауна на подземке особенно очень кайфово смотрится. Так. Все. Давайте сейчас коробочки. Поехали. Бум. Ракушка.
Огненная защита. Смертельный удар. Ну, все по накатанной идет. Каменная кожа. Ладно, не будем. Стойкость. Ярость небес. Ну, я же говорю, ребят. Полный трэш. Так, огненная защита. Ослабление. Ярость. Люблю IGG. Сколько коробок не открывай, все равно ни хрена не получишь. Так, это мы не коробку. 13-я коробка. Стойкость. Ложный выпад. Ну, это вообще талантик не особо. Просвещение 5-е никому не надо. Ремочка. Тоже никому не надо. Каменка нет. Сколько я открыл коробок. Это просто жесть. Бастион не нужен. Вот то, о чем я и говорил, ребят. Если вы хотите достать этот новый талант, он так будет хреново падать. Так, просвещение. Еще ожог. И еще один бастион. Так, идем посмотрим, что у нас там за акция. Таланты выигрывают. Придется трешевать потом. Не буду затягивать видос. Так, надо еще 199 раз. Это, ну, это до 400, до 3 миллионов 400 сволим. Поехали дальше. Бастион теряем. Будем по Берику ролить. Единичка проскочила. Да, мне кажется, мне на китайке быстрее эти таланты упадут, чем у нас на русском. Видите, ни хрена не падает. Такое ощущение, что они просто их не добавляют. Так, тяжелый удар. Четверочка. Ну давай уже что-то нормальное. Опять каменная кожа. Да что ты сделаешь? Не нужна она мне сейчас. Так. Сейчас тем более каменку можно и рунами собрать. Сейчас можно будет интересные сборки делать. Но опять же при условии, что у нас на русском сервере добавят синие и красные кристаллы. Но у нас этого пока делать сволочи не хотят. На всех серверах дают уже. Давным-давно. А у нас как какие-то бомжи. И как хочешь, так и качай эти руны. Приходится в кабашке зависать. Так, утекание. Не знаю, сколько мы тут талантов уже пятых переролили. Ну, видите, падает в основном тут, ну, не топовые такие таланты. Ну, они тут топовые в своей мере, но есть талантики получше, та же самая грубая сила, там воодушевление вообще практически не выпало. Ну, не практически, они нам не выпали, даже не с коробок. Даже не так. Два раза только четверки проскочили и все. Ну, чем дальше, тем еще сложнее. Опять же, даже те же самые таланты, точно так же, как и героев выбивать, будет намного сложнее. Так, замедление. Та-та-та-та-та. А если новые таланты выбивать, то есть смысл только ставить пятерки, которые можно будет прокачать, потому что восьмерки, которые сейчас есть, все равно круче будут. Так. Да не это. Это жопка, ребята. Ни хрена не падает. Единичка. Троллят, сволочи. Ну, пятерка выпала. Оживление. Так, окей. Поехали. Заберем плюшки еще. Может, здесь что-то будет. Сейчас откроем, посмотрим. Ну, как видите, печально все. Так, забираем. Забрать. Джелли. Забрать. Есть 35 раз даже на ролине. Вот так вот.
Плюс куча карт, куча коробок и ни одного пятого таланта нового не упало. Да даже старые не падают толком. 20 рун таланта 6-го левела. Ну, нахрена они мне нужны? Так, забираем 10к. Ну, такие себе награды. Давайте еще попробуем на 12к. Просвещение опять. Блять, ладно, оставим. Будем сейчас выбивать нового героя и на него сразу же поставим. Вот так вот, ребят. Вот такое вот очередное доказательство, что на русском сервере реально говняно все сделано. Шансы, честно говоря, никакие, потому что я уже не первый раз убеждаюсь в этом. Я очень много ролил талантиков и прочего всего. Они очень хреново падают. Все, пишите комменты, подписывайтесь на канал. Обязательно ставьте лайкосы. Всем пока.